Муза! Будет самая красивая гирлянда на дне гонки. Конечно, Алиса. А у меня самый красивый флажок. Максик, это не флажок, это папин носок. Сними его, пожалуйста. Ха-ха! Сейчас я надую самый огромный шарик. Дэн, осторожно! Шарик может лопнуть! Нет, мам, не лопнет! Ну хватит надувать! Ух ты, как ракета! Вижу, шарики для праздника готовы! Обожаю день гор! Вкусно мама печет для праздника! Такие вкусные булочки! А я люблю, как Марта поет. Да, она здорово поет. Как же там звуки музыки наполнят наши уши. Чего там? Дорогой, лучше мы все же послушаем Марту. Как вкусно пахнет. Наши булочки ждет весь город. Да, папочка. Весь город ждет булочки и мамину песню. Марта, ты уже закончила репетировать? Нам пора ехать, пока булочки не остыли. Сейчас уже почти все. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мама, что с тобой? Я взяла очень высокую ноту. И, кажется, сорвала голос. Уже половина концерта прошла, а Марты до сих пор нет. Марта никогда не опаздывает. Странно. Может, что-то случилось? Должно быть что-то очень серьезное. Дорогие зрители! А сейчас на сцену приглашается Жоржик. Какой талантливый у нас сын. Да, дорогой. Что же делать, что же делать? О, Марта, наконец-то вы пришли. У нас неприятное известие. Марта сорвала голос. Сама не понимаю, как могло случиться. Мама уже и чай горячий пила, и горло полоскала. Ничего не помогло. Мне плохо. Что с вами? Бедная Марта. Что же теперь делать? Извините. Я уже выступил. Кто-то должен пойти на сцену. Давайте я пойду. Покажу номер с заменой колеса. Да, да, Оскар, пожалуйста. А мы пока придумаем что-нибудь. Всем привет! Мой номер называется «Замена колеса». Странно, но сейчас должна быть песня Марты. Ничего не понимаю. Вашего выступления, Марта, ждут все горожане. Может, кто-нибудь другой споет вместо меня? Ну, Марта, это же ваша песня. Кто? Ну, кто? Вот вы, Серж. Вы хорошо поете? Петь я не умею, но пеку отличные булочки. Так кто же будет петь вместо Марты? Простите, а пусть Буся споет.
я? Конечно, Бусечка, ты замурчательно поешь. На моем дне рождения Буся пела лучше всех. Ну, конечно, Буся, ты же пела на школьном празднике. Да-да, я помню тот прекрасный утренник. Но я никогда не выступала на такой большой сцене. Ну что, вы что-нибудь придумали? Да, петь будет Буся. Нет-нет, пойдем, Бусечка, я буду играть, а ты петь. Буся, твой выход. Но мама... Доченька, у тебя все получится. Дорогие зрители, а сейчас вас ждет сюрприз. Получается. Город. Ребят, наш, давайте поможем чудеса. Бусе. Да, да, конечно. Чудеса приходят к нам. Посмотри, дверь скорее чудесам. Отвори, пусть мелодия летит к небесам. Город наш всегда открыт. Дорогая, подай мне, пожалуйста, желтые пуговицы вон из той коробки. Одну минуту, дорогой. Ну, как тебе это, дорогая? Великолепно, милый. Максик, почему ты плачешь? Алиса, дай мой планшетик. Не отдам, он мне мешает. И вообще, ему на зарядку нужно. Дети, что произошло? Она выключила мой планшетик. Она забрала его. Мама. Алиса, я прошу тебя, не ссорьтесь. Лучше поиграйте вместе. У вас целая комната игрушек. Хорошо, мамочка. Пойдем, Максик, я тебе кое-что покажу. Что ты мне покажешь? Умница, дочка. Максик, давай играть в машинку. Не хочу в машинку, хочу в планшетик. А в лошадку? Лошадка обгоняет машинку. Иго-го! Алиса, ты меня обманываешь. Лошадка не может обогнать машинку. Да, кстати, сегодня вечером придут на примерку Марк. Я открою. Ура! Заходите. Здравствуйте, дядя Адам. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, тетя Вера. Здравствуйте. А Алиса дома? Мы пришли, чтобы вместе сделать задание по древнему миру. Да, она наверху. Проходите. Спасибо. Мия, интересно. Нужно будет взглянуть на это задание. Алиса, Максим, привет. Всем привет. Ой, а почему Максик плачет? Мама мне велела поиграть с Максиком. Но он не хочет играть в машинку. И в лошадку тоже не хочет играть. Не хочу в лошадку, не хочу в машинку. Они неинтересные. Неинтересно в машинку? А можно я поиграю? Пожар, пожар! Мяу, мяу. Интересно, Максик? Неинтересно! Интересно, когда игрушки как настоящие бегают и прыгают. Максик, смотри, динозавр! Я вырезала его из бумаги. Ух ты, классно получилось! А я вырезал птеродактиля.
Максик, смотри, как он летает. А я вырезала древнюю бабочку. Видите, какая она большая? А у меня горы и вулкан с дымом. Горы и вулкан, они бумажные и скучные. Динозавр не настоящий, и птеродактиль не настоящий. Они не живые. Не живые? Ребята, давайте покажем Максику настоящий кукольный театр. Молодец, Буся! Здорово придумала! Отлично! Кукольный театр! Максик будет зрителем, а мы и фигурки из бумаги – актерами. Ура! Я буду главным зрителем! Зрители занимают свои места. Представление начинается. Здравствуйте! Я древний динозавр! Я иду гулять по древнему лесу! А я вулкан! Внимание, внимание! Извержение начинается! А я древний птеродактиль с большими крыльями. Я летаю по древнему небу и все вокруг вижу. Вижу дым, огонь! А я древняя бабочка. Помогите, спасите! Пожар! Вулкан сожжет наш древний лес! На помощь! Что нам делать? Не знаю! Я сам боюсь огня! Хоть я большой и страшный! Ой, мне страшно! Не бойтесь, я знаю, что делать! Я спасу вас от пожара! Пожарная команда, вперед! Иго-го, я пожарная лошадка! О, Адам, это же моя любимая ширма! Тише, дорогая, это же театр! Давай не будем им мешать! Динозавр, скорее прыгай на лошадку! Иго-го, иго-го! Здравствуйте, я древний динозавр! Это же моя линейка! Тихо, это же кукольный театр! Я пожарная лошадка! Я спасу тебя от пожара! Иго-го! Держись крепко! Поскакали! Древняя бабочка машет крыльями на огонь, а пожарная машина поливает деревья водой. Пожарный поливает огонь из шланга. Птеродактиль сообщает сверху. Динозавр ускакал от огня на лошадке. Пожарный держит ситуацию под контролем. Огонь потушен. Вулкан выключается. Землетрясение закончилось! Ура! 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 Спасли лес и деревья от пожара! Дети, вы молодцы! У вас получилось настоящее представление! Ой, Максик, твой планшетик уже отдохнул! Пускай планшетик еще отдыхает, а я хочу играть в театр! Но теперь... Динозавром буду я! Кошечки-собачки! День рождения у Оскара! Замечательный пирог! Нашему дорогому Оскару, несомненно, все понравится. Ой, Марта! Забывчивая голова! На праздничном пироге нет праздничных свечей. Мне надо срочно купить праздничные свечи. Я первая! И я! Мия! Как здорово ты танцевала! От этих танцев я жутко проголодалась. Точно! И голод в животе пищит. А чем это так вкусненько пахнет? Это мама испекла праздничный пирог для Оскара. Может, мы тоже немножко попробуем? По-маленькому, тебе в кусочку. Но если по-маленькому, может, мама и не заметит. Ой, девочки, что же вы наделали? Съели весь праздничный пирог. Ты же сама сказала, возьмем по кусочку. И сказала по кусочку. А пирога теперь нет.
яблоки. Так просто. Сделаем новый пирог, и твоя мама ничего не узнает. Срочно ищем яблоки! А яблок-то и нет. Может, сделаем пирог с грибами? Ну, а Оскар любит яблочный. Мама обычно берет яблоки на ферме у Жоржика. Привет, Жоржик! Мы тебя по важному делу! Если по важному, зовите меня Жоржик. Жоржик, меня зовут мама и папа. Я им что, маленький? Жорж, мы сегодня учились танцевать танец. И потом там был пирог. И потом пирог кончился. А у Оскара сегодня день рождения. Подождите, я ничего не понимаю. Мы делаем праздничный пирог для Оскара. Нам нужны яблоки для пирога. Яблоки для пирога? А, так бы сразу и сказали. Какие красивые! Красные! И зеленые! Это компотные яблоки. А это для пирога. Сейчас мы их соберем. Жожик, дай мне, дай я попробую. Пожалуйста. Так, как тут это делается? Дай я попробую. Вот это яблоко! Нет, вот это! Девочка, красиво! Ай, оторвалось! Ну вот, сломали. Сломали? Починим. Дэн, привет! Дэн, выручай! Дэн, девочка, стоп, стоп, стоп! Не все сразу. Я ничего не понимаю. Жоржик, что случилось? А что непонятно? Девчонки, пирог уронили, а у Оскара день рождения. У тебя есть вот такая новая деталь? Нет, такой нету. Нам надо починить собиралку. А мы не умеем. Мы, Мармел, девочки. Я знаю, кто нам поможет. Идем в гараж к Вике. Вики, Вики, ты нас слышишь? Привет. Что вы кричите? Я вас прекрасно слышу. Подайте мне, пожалуйста, этот молоток. Вот, возьми, пожалуйста. Спасибо. Мы тебе по делу, Вики. По очень серьезному делу. Помоги нам починить хваталку Жоржика. Иначе Оскар останется без праздничного пирога. Без праздничного пирога? Давайте сюда вашу хваталку. Все, Жоржик, поехали! Ой, мамочка, а почему ты такая грустная? Не могу понять, куда подевался праздничный пирог для Оскара. Тетя Марта, не волнуйтесь, пожалуйста. Пирог у нас в животиках. Мы его случайно съели. Простите нас, пожалуйста. Конечно, я вас прощаю. Ой, праздник совсем скоро. Нам нужно срочно испечь новый пирог. А у меня кончились яблоки. Мама, а мы как раз принесли тебе яблоки. Прекрасно. Теперь дружно за дело. Все вместе испечем новый пирог для Оскара. Есть у нас для пирога сахар и мука. Нужно в тесто не забыть яблок положить. Невозможно устоять, будем танцевать. Приготовим точно в срок вкусный яблочный пирог. Вкусный яблочный пирог. Какой замечательный пирог у нас получился! Молодцы, мои хорошие! Скорее на праздник! Здравствуйте, Оскар! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Марта! С днем рождения, Оскар! О, это же мой любимый яблочный пирог. С
Спасибо вам всем, мои друзья. Дети, ведите себя хорошо. Нам с мамой нужно срочно съездить за новой тканью. Только возвращайтесь поскорее. Постараемся. Если бы у меня была настоящая машина, я бы отвез вас куда угодно. Спасибо, Максик. Когда ты вырастешь, так и будет. А пока у тебя есть дело поважнее. Какое дело? Как же? Ты забыл? У тебя сейчас по распорядку тихий час. Алиса, уложи, пожалуйста, Максика спать. Дети, не шалите. Максик, слушайся сестренку. Давай, Максик, я спою тебе колыбельную. Нет. Лучше почитай мне про серого короля. Хорошо, слушай. Жил-был на свете серый король. И была в него большая свита и много-много верных друзей. Ура! Мама с папой вернулись! Максик, это ребята. Ты спи, а я пойду открою дверь. Алиса! У нас новый конструктор. Новинка Тяп-тяп из нашего магазина. Давайте играть. Конечно. Только мне нужно уложить Максика. Хорошо, мы подождем. Серый король больше никогда не боялся темноты. Конец. Ну что, уже заснул? Не, не заснул. Ну, Максик, ты его разбудил, ты его теперь и укладывай. Да запросто. Ну что, Максик заснул? Нет, его там Дэн укладывает. Как-то громко он это делает. Я выше! Нет, я, а я! Давай лучше я попробую. Хорошо. Это красивый колыбельный танец. Спасибо, Буся. А суп я сегодня уже ел. Ну что, Максик, ты уже захотел спать? Не-а, а можно мне погулять? Нет, Максик, сейчас ты должен спать. Вообще-то, свежий воздух хорошо навевает сон. По себе знаю. Thank you.
тоже. И я. Дорогой, ты выбрал такие прекрасные ткани? Да, дорогая, я уже вижу, что я из них сошью. Как-то подозрительно тихо в доме. Пойдем посмотрим. Мама, папа, вы вернулись! Только не шумите, пожалуйста. Я их еле уложил. Молодец, мой котеночек. Ну что же, тихий час можно считать состоявшимся. Кто-то рассыпал конфеты. Это не я. А кто же? Это Миксик. Миксик? Кто это? Это мой друг. А где же он? Он только что ушел. Ага. Тогда передай, пожалуйста, своему другу Миксику, что конфеты мы будем есть после обеда. Хорошо, мамочка. Я обязательно передам. Девочки, садитесь. Сейчас будем пить чай с пирожными. Бусечка, мы очень любим шоколадные. И, конечно же, малиновые. Пожалуйста. А мы попробуем ванильные. Мурмяу. Очень вкусно. Спасибо. Ой. Максик, ты что сделал? Вот это поворот. Я все маме расскажу. Ой-ой. Максик, ты все сломал. Это не я. Миксик! Миксик? Какой еще Миксик? Ну вот, опять он что-то выдумал. Да уж, попили чайку. Ой, Максик! Это не я, это Миксик. Миксик? Какой еще Миксик? Ой-ой. О-о. Что теперь делать? А, скажу, что это Миксик. Миксик? Представляю, что скажут родители. Да, стол перевернул, машинку сломал. Пойдем, Буся. Угу. Алиса, а во сколько вы обычно обедаете? Думаю, что скоро. А то голод в животе пищит. Угу. Ха-ха-ха, Миксик. Миксик, 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 Миксик. Миксик, 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 миксик. Ха-ха! Миксик!
забегай далеко. Мы скоро будем обедать. И позови, пожалуйста, девочек. Хорошо, мамочка. Не забудь, пожалуйста, поставить тарелку для Буси. Она сегодня обедает с нами. Да-да. Дорогой, кстати, как твой эскиз? Ах, да, эскиз. Я как раз хотел тебе его показать. Мне нужен твой совет. Пойдем посмотрим. Это не мой эскиз. Ну да, дорогой, он совершенно не в твоем стиле. То есть это мой эскиз, но его кто-то испортил. Мама, он опять! Это не я. А кто? Опять Миксик! Да, это он. Ну, знаешь. Хорошо, Максик. Мы пойдем в столовую, а вы с Миксиком все за собой уберите и приходите обедать. Хорошо. Мама, а после обеда мы будем есть вкусные конфеты? Именно так. Положить тебе еще кусочек? Да, положите, пожалуйста. Спасибо. Мрмяу, очень вкусно. Я все убрал и голодный, как тигр. А где же твой друг Миксик? Он будет с нами обедать? Нет, мам, я буду есть за двоих. Мой котеночек. Тяп-тяп, мур-мяу. Тяп-тяп, кошечки-собачки. Качели. На школьный праздник, тяп-тяп, я надену красивое платье. А мне... Мама заказала заколку со звездой. Я хочу сидеть вон там. Максик, сиди тут. Это место как раз для малышей. Девочки, что мы будем петь на школьном празднике? Давайте нашу любимую песенку. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Алиса, ты же сможешь ее сыграть? Конечно. Алиса, смотри, какая у меня машинка. Хочешь поиграть? Максик, я не играю малышовыми игрушками. Не мешай. Сегодня поиграю гаммы, чтобы быть в форме. Будет здорово. Есть у нас для пирога сахар и мука. Приехали! Пока-пока! Пока! До завтра! Алиса, давай построим песочный замок. Максик, в песочнице играют только малыши. А я уже... Ой, что это там? Ура! Нам купили качели! Ну и качайся! Качели — это для маленьких. Жаль, Алиса, что ты такая взрослая. А то покачались бы вместе. О, вернулись. Мама, привет! Привет, Максик! Привет! Привет, мам! Тебе понравились качели? Да. Неужели не захотелось покачаться? Мне заниматься надо. Скоро будем обедать, Максик! Я качаюсь на качелях, я качаюсь на качелях, и мне очень хорошо! До, ре, ми, фа! Соль, ля, си, я качаюсь на качелях, я качаюсь на качелях.
хочется покачаться. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Максик, пора обедать. Иду, мам. Ура! Так, па-пам-па-мам-пам, сейчас я покачаюсь. Алиса, иди скорее мыть лапки. Обед на столе. Иду. Как ты думаешь, моя кошечка, в мартовскую коллекцию стоит включить полосатые пиджаки? М? Конечно, дорогой. Ты же знаешь, полосатость всегда в тренде. Ты куда-то торопишься, Алиса? Нет, мамочка. Когда я вырасту, я тоже буду носить полосатые. Правильно, сынок. Я уже все съела. Алиса, а десерт? Спасибо, мама, я не буду. Не волнуйся, мамочка, десерт не пропадет. Хорошо, Максик. Алиса, тогда отнеси, пожалуйста, тарелки в посудомойку. Хорошо. Там-па-бам-па-мам-пам, сейчас я подкачаюсь. Качельки, я вернулся. Да что же это? Он опять первый. Максик, а хочешь конфетку? Нет, я и свой, и твой десерт съел. Мне больше нельзя. А помнишь, ты хотел почитать новую книжку со сказками? Конечно! Я сейчас накатаюсь, а потом начитаюсь. Я люблю качели очень, сказки тоже я люблю. Я качаюсь на качелях, и мне очень хорошо. Кошечка моя, почему ты такая грустная? Мама, ты не поймешь. Как ты думаешь, дорогой, с Алисой все в порядке? Как же все-таки лучше? В полосочку или в клеточку? Дорогая, ты что-то спросила? Я качаюсь на качелях, и мне очень хорошо. Кошечка моя, я же вижу, что-то не так. Я сказала Максику, что качели – это для маленьких. Но мне так хочется покачаться. Знаешь, иногда большим девочкам хочется побыть маленькими. В этом нет ничего страшного. Правда? Конечно. Просто иди к Максику и попроси уступить тебе качели. Спасибо, мамочка! Максик, можно мне тоже покачаться? Конечно! Садись скорее! Сейчас я тебя раскачаю! Спасибо, Максик! Раскачаем мы качели, чтобы в небо улетели! Раскачаем мы качели, будет очень хорошо! Какие же все-таки замечательные у нас дети! Ты абсолютно права, моя кошечка.